Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Redmi 12. Сейчас я вам покажу, как проверить номер IMEI, а также серийный номер данного устройства. Итак, заходим в приложение телефон. Открываем клавиатуру. Вписываем код. Звездочка, решетка, 06, решетка. Здесь нам высвечивается два номера IMEI, а также серийный номер. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.